Накануне на рассвете на окраине Алагира, небольшого городка в Северной Осетии, между речи Ордона и Цыраудона, местные добровольцы с егерями отыскали спящего под деревом 6-летнего Тамерлана. 2 недели назад мальчик с мамой приехали из Екатеринбурга погостить к своим родственникам в Аланию. Отец Тамерлана Закир военный, и в отпуск с женой и сыном он вовремя выбраться не смог. А позавчера Тамерлан удрал со двора. Дом его деда и бабушки на окраине леса. Кристина, мать мальчика, хватилась сына около 2 пополудни. Вместе с родственниками оббежала всю округу и в слезах примчалась к местным полицейским. Волонтеры и спасатели, не менее 50 душ, отправились по следу мальчика. Поисковые собаки часть группы привели к утесу, прочие разбрелись по лесу. Как уточнили в комментариях в региональном МЧС, Тамерлан не мог позвать на помощь. Он из тех, кого называют особыми детьми. В свои 6 лет мальчик не разговаривает. Поиски во тьме с тепловизорами результатов не принесли. Но перед тем, как стемнело, на одной из лесных тропинок егеря нашли детские сандалии. Утром отыскали и спящего под деревом Тамерлана. Мальчик замерз, промок, проголодался. Был изрядно искусан комарами. На всякий случай молчаливого Тамерлана отвезли в больницу. Врачи никаких травм на теле мальчика не обнаружили. Попутно выяснилось, что Тамерлан заблудился и долго брел в противоположном от отчего дома своей матери направлении. К счастью, поиски были недолгими и удачными.